Тверском Суворовском военном училище продолжается серия интересных встреч. В учебном заведении прошла творческая встреча с создателями документально-художественного фильма «Покоривший космос», посвященному 115-летию со дня рождения отца советской космонавтики Сергея Королева. Подробности далее. Кинолента показывает зрителям сразу две сюжетные линии. Восстановленные эпизоды из эпохи 1960-х годов чередуются с воспоминаниями Королева об Омске, датированные 1940-ми годами. Как рассказывает сценарист фильма Светлана Лазарева, в первую очередь фильм учит не изменять себе и своей мечте. Сергей Павлович Королев, он в Омск попал. Такой очень сложный период в своей жизни. И вот-вот бы он, наверное, отказался бы от того, чтобы заниматься ракетостроением. Но как-то вот взял себя в руки, настроился и решил, что бы ни случалось, надо идти за своей мечтой. Надо идти за тем, к чему сердце лежит. Суворовцы смогли не только оценить киноленту, но и лично пообщаться с авторами фильма Светланой Лазаревой и Андреем Кирилловым. Было на самом деле очень много нового, начиная от того, как был построен фильм, узнал тонкость съемочного процесса, так и тем, насколько это сложный труд, насколько было сложно искать информацию, которая была засекречена на протяжении десятилетий. История, она как конструктор для внутреннего сознания каждого человека, она делает личность из обычного индивида. А это всегда важно. Подобные фильмы помогают лучше узнать историю нашей страны и тех людей, которые, несмотря ни на что, смогли добиться больших достижений. Мы сейчас говорим о возрождении патриотизма, того самого, который был во времена Советского Союза, когда каждый пионер, каждый ребенок мог сказать, что я горжусь своей страной и ее героями. Так вот, такие фильмы нужно снимать, потому что страна должна знать своих героев, и особенно таких, вот как Королев. Фильм «Покоривший космос» создан Омским телеканалом в партнерстве с Омским региональным отделением «Волонтеры Победы» при поддержке фонда президентских грантов.